Привет всем. Вышли с сыном поиграть на площадку, кидать мячик. Площадка находится в районе Тыграла, в Химках на Лавочкино. Причем вышли сейчас время 12:30. Буквально через полчаса, вон они, их уже 3 одноклассника играют. А в 5 часов на этой же площадке соберутся толпа народу, молодежи, будут молодогвардейцы и будут готовиться к турниру стритбольному, собирать свою команду. Ну, надеюсь, что у них это получится. Как будет, сын будет готов, сделает на ютюбе видеоролик с вызовом. Если что, ссылка будет в описании. Всем пока!